Всем привет на канале Удачмы. Сегодня мы с вами поговорим о украинских беженцах и невозможности этих людей устроиться на работу. Именно так, как вы сейчас услышали. Но для начала вот посмотрите небольшую юмористическую сценку, которая является как бы маленьким вступлением к нашему выпуску. Вам можно? Фамилия? Где бахилы ваши? Я одна. У меня 45 домов. Я тут не жрамши, не срамши. Он без бахил пришел. Направление. Без направления не делая, молодой человек. Нет направления, до свидания. Итак, посмотрели. Кто-то вспомнил Советский Союз, кто-то вспомнил Россию, кто-то вспомнил, допустим, Молдавию или Украину как к ним обращались врачи в своих практиках или в поликлиниках. Ну, примерно так. Это не говорит конкретно о том, что именно так, такое и было отношение. Это немножечко с юмором. Так вот, на территории Германии, согласно статистике первого телеканала ARD Das Erste и официальной статистике, находятся от 1400 до 1600 украинских высококвалифицированных врачей, бежавших от войны с Украины и ищущих здесь работу. Они не просто так сидят на этом социале, они действительно хотят получить работу, хотят открыть свои практики. Но благодаря нашему министру здравоохранения Карлу Лаутербаху они все еще не могут получить лицензии и признание своих дипломов. Как известно, диплом врача во всем мире считается международно признанным, но в Германии, если ты, допустим, приехал из той же Молдавии, ты обязан несколько лет переучиться, подтвердить свою квалификацию, и только тогда тебе разрешат заниматься врачебной практикой. То же самое с людьми, и приехавшими из России или из Украины или из каких- других бывших союзных республик. Получение вот этой лицензии, получение разрешения, проверка всех документов длится от 15 месяцев до 3 лет. Почему? Почему так долго? Если даже наше Министерство здравоохранения, официальное вот это, вот немецкое, не земельное Министерство здраво здравоохранения, а именно э, общегерманское, скажем так. Оно говорит, что не хватает рабочих рук, не хватает квалифицированных специалистов, нужно приглашать специалистов из за границы. В прошлом, в позапрошлом году сюда к нам приехали очень много людей младшего медперсонала из Бразилии и из Аргентины, а также из Венесуэлы, Колумбии и работают где медсестрами, где медбратьями, где ну, вот этими вот по уходу за престарелыми людьми. Но вот вам, пожалуйста, пример. Ты, от 1400 до 1600 высококвалифицированных врачей сидят без работы. Не просто так вот они получают свой социал и не хотят нигде работать. Они подают заявление, они э, просят, они доказывают, что они действительно врачи. Они готовы идти на бесплатную практику, чтобы показать, на что они способны. Это ведь не простые какие-то терапевты, скажем так, купившие себе диплом где-нибудь на станции метро. Это действительно настоящие врачи, отучившиеся в мединститутах не один год и имеющие за своими плечами, может быть, можно даже сказать, не одно десятилетие врачебной практики. Но благодаря немецкой бюрократической системе эти люди все еще не могут получить разрешение на открытие своих скажем так, кабинетов или терапевтических, или кардио, или как они там... Невро... А, невропатология, ну, по-немецки хотел сказать. Может быть, может быть, это только догадка. Министерство здравоохранения Германии опасается того, что некоторые врачи окажутся нечистыми на руку. О чем? Это о том, что будут брать взятки со своих пациентов, со своих клиентов за обычные банальные рецепты тех же самых антибиотиков или тех же уколов или каких-то других лекарств. Потому что все прекрасно знают, земля слухами полнится, что на территории бывшего союза очень большое количество врачей действительно взяточники. И Украинские врачи, которые работают там, работали там, может быть, я не хочу сказать, да, которые приехали сюда, может быть, какие-то из тех, кто приехал сюда, действительно взяточники. Но для того, чтобы не было вот таких вот побочных эффектов при открытии своей врачебной практики и при работе с пациентами, существуют такие так называемые гутахторы от больничных касс. Они приходят время от времени в различные вот эти вот практики врачебные под видом пациентов и им диагностируют какую-то болезнь и выписывают лекарства. Если кому-то выписывают лекарства за взятку, то этот врач, естественно, тут же теряет свою лицензию, потому что сразу же сходу этот гутахтер возвращается обратно в эту практику уже с комиссией, начинается проверка документов, начинается проверка рецептов, начинается проверка выдачи больничных листов. В конечном итоге это длится около полугода, около максимум года. И в конечном итоге этот врач теряет лицензию. А врач в Германии, скажем так, персона довольно-таки уважаемая. Поэтому не каждый врач готов брать здесь взятки. И я, скорее всего, надеюсь на то, что вот эти вот украинские врачи, приехавшие сюда и ждущие разрешения открыть свои врачебные практики, прекрасно об этом осведомлены. И когда они откроют свои кабинеты, когда они откроют свои, допустим, вот эти вот медицинские, допустим, учреждения, они прекрасно будут знать о том, что если вдруг они возьмут взятку, то их тут же просто-напросто лишат и лицензии, и места работы. Многие врачи, вот я помню, лет 20-25 назад приезжали сюда из разных союзных республик и устраивали, чтобы доказать, что они врачи, они устраивались на бесплатную практику на 2, сроком на два три, а то и четыре года и работали в каких-то там, допустим, почему я говорю практики, потому что здесь нет такого слова поликлиника, то есть вам, допустим, нужно пойти к терапевту, вы идете смотрите, допустим, или в интернете, или находите адрес его, или телефон, и вам говорят, прийти по такому-то адресу. Вы приходите там или какое-то здание, допустим, с офисами, учреждениями, и там по разным этажам разбросаны вот эти вот медицинские кабинеты. Допустим, терапевт, окулист, ухо там гастролог, там целый этаж может быть отдан вот этому человеку. Нет такого понятия, как поликлиника очень редко где встретишь. Есть университетские клиники, есть большие клиники, есть больницы, есть очень изредка встречаются вот это вот при каких-то там, допустим, огромных больницах, поликлиники, но их очень мало. От того понятия, к которому привыкли, допустим, советские люди, идешь в поликлинику, там и хирургия, и кардиология, и стоматология, и все-все-все вместе намешано, здесь такого нет. Поэтому я вам говорю, когда врач открывает свою практику, то есть имеется в виду, получает в аренду помещение, закупает оборудование, на какое-то время ему даются вот эти вот скидки, льготы на закупку оборудования, там, понижение процентов, для того, чтобы он мог стать на ноги, а потом он все равно выплачивает этот кредит. Вот. Так вот, эти врачи, они прекрасно понимают, прекрасно, осве прекрасно осведомлены о том, что может грозить, если они вдруг начнут брать взятки. Я помню, здесь был один врач, он выписывал больничные налево и направо. Русскоговорящий врач. Налево и направо выписывал больничные. Нет, не у нас в городе. В соседнем городе, я не буду говорить в каком, но это было недалеко от нас. И в какой-то момент этого врача взяли за одно место, потому что человек, которому он выписал больничный сроком сразу же на две недели больничный выписывается или на 3 дня, или на 5 дней, потом приходишь на контроль и его могут продлить. Этот выписал больничный сроком на 2 недели сразу. Оказалось, что того больного вдруг внезапно обнаружили на курорте, на море. Увидели, ничего ему не сказали, просто сфотографировали, потом приехали обратно. Сотрудники его фирмы, в которой он работал, вот этот человек, этот больной. А потом Подали прошение в больничную кассу разузнать, разобраться, на каком основании вот этому больному выдал, выдан был больничный, если он был замечен, вот фотодокументы, на пляже пузом кверху. Ну и, естественно, когда копнули под этого врача, его лишили лицензии. Вот такие вот дела. Поэтому, когда кто-то говорит, что вот все, абсолютно все украинские беженцы сидят здесь, в Германии, нифига не работают и так далее, я сколько раз вам говорил, что я сам видел примеры людей, приехавших сюда, буквально через 2-3 недели они уже начинали работать и работают до сих пор. И вот вам, пожалуйста, рвение людей, врачей, имеющих, скажем так, международные дипломы, международное признание, стремящихся помогать людям, но ну, не могущих открыть свою практику из-за вот этой вот резиновой немецкой бюрократии. С одной стороны, немецкие политики кричат, нам не хватает рабочих рук, нам не хватает специалистов, нужно брать людей из-за границы. Пожалуйста, вот приехали. Сколько? Почти 1600 высококвалифицированных врачей из Украины. Приехали. Так дайте им работу. Нет, нужно проверять их документы, а документы проверяются от 15 месяцев до 3 лет, а к тому моменту уже и война, скорее всего, закончится в этой стране, поэтому уже не будет никакого смысла этим врачам здесь совершать какие-то потуги, чтобы открыть свои кабинеты. А что ж получается, с одной стороны политики говорят, нужны люди, а с другой стороны не хотят этим людям давать возможность помогать другим, работая, не просто так получая социал, а работая, платя взносы. Тем более, что к таким врачам будут идти многие русскоговорящие русскоязычные люди, или украинцы, или те же самые белорусы, молдаване, киргизы, казаки, много людей, которые понимают друг друга на межнациональном языке общения. Отличие немецкого врача от постсоветского или советского в том, что немецкий врач он опирается 95% на то, что ему скажет компьютер. Вот он уперся в монитор компьютера, смотрит, какое сделали УЗИ, сделали, какую электроэнцефалограмму, что там показал аппарат этот МРТ. Одно, другое, третье. У него на полке целая гора книг, справочников, учебников, лечебников, э, всяких советов. У обычного немецкого врача вы приходите к нему, вот так, все нормально, так температура, давление. Ну, вот вам выписали таблеточки, все, идите. Что делает тот врач, к которому вот привыкли, допустим, мы, вы, он в первую очередь собирает анамнез, чтобы установить диагноз он с вами разговаривает, и в процессе разговора он понимает, что действительно вас беспокоит. Вот это вот большое отличие даже тех украинских врачей, которые хотят здесь открыть свои практики, от немецких высококвалифицированных специалистов, у которых отбери компьютер, и они сразу будут как вот этот вот пугало в поле огородное. Будут стоять и, блин, по ветру качаться, и не знать, что вам сказать. Мне как-то один раз действительно был такой момент. Я пришел, я пришел к врачу, я заболел э, лет, по-моему, 10-15 назад. Это было после того случая, я к тому врачу ходить просто перестал вообще. У него появился у того врача ассистент, и вот я пришел, меня посмотрели просто посмотрели, как в регистратуре. Вот идите в кабинет, сейчас врач придет. Врач пришел увидел меня, поздоровался. Ну, что вас беспокоит? Я говорю, так и так, у меня там температура, там кашель, одно, другое, там горло дерет, все, сиплю. Он не померил температуру. Кто-то сейчас скажет, это не обязанность врача, это обязанность ординатора или медсестер. Врач не взял стетоскоп, не послушал мои легкие, не послушал мои бронхи. Посидел, минут 10 так вот со мной поговорил. Ну, как вы считаете, что вам выписать? Я так думаю, ну нифига себе, блин, клондайк, блин, я же могу сейчас сказать тебе такое, что ты фиг, за, фиг расплачешься за эти лекарства. Ну я говорю, ну не знаю, что-нибудь от температуры, может быть антибиотик, потому что антибиотик помогает. А сколько дней вы говорите, вы болеете? Я говорю, вот уже четвертый день. А, ну тогда, тогда действительно для антибиотика самое время. В общем, он выписал мне антибиотик, выписал какие-то таблетки температуры, я ушел, и больше я в ту практику не приходил ни разу, потому что вот такое вот обслуживание, вот такой вот врач, это вам для того, чтобы вы знали, с какими врачами приходится действительно сталкиваться. И мне тоже непонятно, почему вот эти вот высококвалифицированные врачи, приехавшие сюда из Украины, кто два года назад, кто год назад, до сих пор не могут, скажем так, найти себя в жизни. До сих пор им ставят какие-то препоны на пути открытия своих врачебных практик. Как я уже говорил, многие боятся вот этих вот взяточников и так далее. Но так тут взятки по крупному, если берут, то только миллионеры. Врачи нет, врачи, врачам хватает, адвокатам хватает этим каких, архитекторам хватает врачи в основном тут взятки не берут. Почему я говорю в основном? Потому что все врачи, к которым я приходил, никогда с меня не требовали за рецепт или за обследование каких-то денег или благодарственной премии. Ни разу такого не было. А в Молдавии, скажем так, как не придешь к врачу, не успел зайти в кабинет, врач еще не успевает открыть рот, медсестра говорит, сдайте денег на ремонт кабинета. А потом с тобой начинает говорить врач. Вот так вот. Что я могу сказать? Со своей стороны и с вашей стороны давайте все вместе пожелаем действительно успеха и исполнения желания вот этим вот врачам, ждущим разрешения на открытие своих практик здесь, в Германии, и поскорее им устроиться здесь на работу, чтобы действительно немецкая бюрократическая система признала этих врачей и перестала ставить им препоны на дороге, на пути к достижению своей цели. Ведь если эти люди хотят работать врачами, значит они совестливые, значит они прекрасно понимают, что если государство говорит нехватка рабочих рук, вот пожалуйста, вот они мы, как говорят врачи, давайте нам работу. Мы можем подтвердить, мы можем доказать, что мы врачи. Но Видно, наш Карл Лаутербах, скорее всего, вместо трех прививок от короны хряпнул 30 прививок. Поэтому наша даже система здравоохранения вот такая вот тормозная. В общем, всем удачи. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий и не болейте. Всем пока.